Так, мы продолжаем играть в Escape from Tarkov. Мельникс, я жду в Дискорде тогда тебя. Я, кстати, опять забыл. Ну, это типа норм. Забрать застрахованное. Персонаж мой усратый, надо будет заново собирать. Можно музыку тише сделать, как навязчивая такая стала. А чё музыка тише не делается? Ты можешь сам заходить, ты же подписчик в стримерскую. Здорово. Привет. Да я ваши правила просто не знаю. Почему музыка не выключается? Сохранить нажми. Понял. Всё, спасибо. Так. Как дела? Да неплохо, устал только. Как разработка очень, идет? Очень сильная подготовка последние полтора месяца к тизеру, и сроки сгорели, можно сказать. Ну, короче, мы не успеваем его в этом году выпустить, и тяжело, короче, очень. Тизер не успеваете в этом году выпустить? Да, тизер. Ну, у нас сейчас параллельно подготовка оформления к странице Кикстартеру, оформление всякой документации, типа диздоки, оформление компании в Польше. Короче, геморроя много. Все это параллельно с работой. Ну, это хороший геморрой. Да. Геморрой делится же на два вида. Тот, который вот прям лучше бы его не было нахер. И тот, который, в принципе, ведет к успеху. Так что это такой из второго разряда. Mm-hmm. Пройдете его, и будет все ништяк. Да, надеемся, в январе все-таки выпустим. А на P90 какие патроны? P90, патроны, у тебя вон они под тарзаном. Вот эти? Нет, не эти. А сейчас подсвечиваются патроны, какие подходят, какие все, понял. Нет. Так, а магазин какой? А магазина у меня для тебя нету, что ли? P90? Патроны есть, магазина нету. Есть. У тебя 4 магазина вон. Прям под P90 были. Это? Они как-то FN называются, сейчас скажу. А, все, вижу. FN штатный. Но он не цепляется. Ну, так у тебя. А потому что ячейка занята. Угу, точно. Так, так. Давай, наверное, первый без оружия. Так. Я сегодня попросил нам дать ключи от лабы знакомого. Давай. Так что пойдем на лабу. Но для этого мне сначала надо тебе передать эти ключи. Сейчас. Жду тебя на таможне. 14 часов. Пардон. Я хоть пистолет возьму. Ну, блин, ну какой-нибудь. Кстати, сортировку вели. Да, автоматическую. Ну, слева снизу инвентаря можешь нажать такой синенький значок. О, нифига себе. Технология.
Так, ну это кайфово, это кайфово. Не идеальная, конечно, сортировочка. Ну да, но там некоторое оружие надо складывать приклад. Где-то еще дорабатывать эту систему надо. Так, таможня, говоришь? Таможня 14. Пригласил. Быстро все. Все, запускай. От Аркова я слышал авторитетное мнение, что вначале лучше играть компанией, чтобы привыкнуть к механике и окружению. Часов через 70 можно одному довольно спокойно лезть. Это верная информация? Ну, относительно, да. Смотря да, в целом какой можно... геймплей хочешь. В целом можно и одному, конечно. Ну, просто... А по многом, если ты один будешь играть без знающего человека, обо многом придется лезть в интернет узнавать. Если хочешь прям вот серьезно сидеть играть. Да, на YouTube. Ну, благо, да. Сообщество делает все, чтобы людям проще было освоиться. И гайды, и сайты с прохождением квестов, и все прочее. Услышали, что ты там в Польше что-то какую-то фирму и делаешь и разрабатываешь игры, и спрашивают, это разработчик Киберпанка? Да, это вот один из. У них, видишь, сроки горят, они не успевают в этом году. Так что в декабре тоже не ждите Киберпанка. Пардон. Могу пухи поскидывать, если нужно. Да не нужно. Я говорю, ну, при всем уважении, я Миллиникс уже это много раз говорил. Это не моя игра. Не моя. Я вот сейчас вот отыграю с ним. Мне с ним комфортно очень, как оказалось. И все, я, наверное, не буду играть в нее больше. Есть такие игры, которые, ну, вот не заходят. Так что это скорее мне надо поскидывать кому-нибудь пухи. Тебе нужны, кстати? Мне нет. Я не играю. Ну, у меня времени нету. Угу. Да и, ну, есть знакомые стримеры по Таркову, которые всегда могут скинуть 10 Понятно. Ключей от лабы просто так. Если опять перенесут к Миллениксу, будут вопросы? В смысле? Так он же уже сказал, что все, в этом году не успевают. Так, давай тогда в следующий раз я пати буду собирать, потому что у меня 160 пинг. Давай. А в прошлый раз, да, ты вроде говорил, что лучше тебе собирать. Это у них тут ограничение 150. О, сейчас, секунду. По-моему. Так, я тут, сори. Угу. Давай сюда отойдем. Кустик. Скинул. Забирай. Под сумок залезу.
Да. Такая, я с собой ничего не брал больше. Отлично. Испугался, блядь. У вас картинка висит? Да, я вижу, да. Я вижу. Сейчас исправим. Все, можешь собираться на лабораторию. Там нужны бронебойные патроны и хорошая броня. И желательно божественный скилл. Боюсь, у меня нет бронебойных патронов. Так, все остальное есть, конечно. Сейчас. Ну, там ничего не было, чат, там просто... Просто была смерть, и все. Не бойтесь, ничего не пропустили. Так, хорошая броня, говоришь? Угу, желательно 4-й, 5-й, 6-й класс защиты. Ну, 5-й. А у меня нету таких? Откуда у меня такие? Ну, я сейчас зайду на стрим, посмотрю. Только отличу. Да у меня только вот одна, вот эта вот. И все. А больше брони нет. У меня денег-то интересно. 440 тысяч. Зачем сейчас на лабу идти? Там же скач плюс читаки. Посмотреть. Просто посмотреть. Мы не планируем там что-то прям гениальное выносить всех, выбахивать. Просто посмотреть. Да. Да, кстати, купи жгут у терапевта. Это новая механика дает так проблем. Чё? Броня, броня. Покажи, какая у тебя броня есть вообще. Да все, только это. А, только разгруз? Нет, вот еще вот. Пака, или как она называется? Па. А, ну пак это вообще говно. Ну вот, и только разгруз еще. Ну, 6B13, значит, пойдем. 15. Так, а шлем вот этот нормальный? L6Z. Ну да, ну как бы... Я даже не знаю, поможет ли он тебе. Как бы у всех бронебойные патроны, они насквозь шлем прошивают. Mm-hmm. По большей части. Но если хочешь, возьми L6Z и желательно наушники какие-нибудь. Наушников тоже нет. А у барахольщика продаются ГСШ. Барахольщик ГСШ.
Так, взял. Так. Ты А у что нас за... P90 решил Что идти? за повязка? Не, я вторую еще возьму. Хочу, да, посмотреть на P90. Повязка у барахольщика — это отличительная. Типа, чтобы тиммейтов отличать. Я вторую, может снопу взять, или там снопа ни о чем? Там не особо. Ты можешь взять Viper Hunter. Если у тебя нормальный М61 патрон есть. Два шота и человек-труп. Обычно. Но тебе под СКС. Я вижу, вижу. Чё за кашель-то, ё-моё. Так, а патроны не выделяются, когда я его уберу? Или у меня их нет просто? ВПО. Нет, есть. Да. Ага, ну у меня два магазина только на него, и патронов больше нет. А какой патрон в нем? Сейчас. ФМГ. ФМГ. 762-51. Это плохо. Это вообще никуда не годится. Ну давай не я его возьмем. Я тебе могу патронов просто в рейди скинуть, ты быстренько зарядишь их. У меня только два магаза на него. А тебе больше и не надо. Вот, ну хорошо, я тогда... Только я разряди так... магазины. Да-да-да. И в нем тоже из него патрон достань. Я так и делаю, да. О. Так. Что нужно? Шина, анальгин, жгут, течка. Ай-2, шина, анальгин, солево, CMS у меня в подсумке. Доки выложи в инвентарь и ключ от ламы из них возьми только один. Взял. Жгут ты взял? Нет, по-моему, жгут нет. Терапевт продается, если что. Жгут эсмарха, да? Ага. А сколько мне их взять? Ну, две штуки, наверное, тебе хватит. Гранаты тоже возьми. Зачем жгут нужен? Сильное кровотечение останавливать. Новая механика. Нам надо сейчас пойти в этот... В, короче, не за людей, а за диких поиграть, потому что я вообще все забыл. Чтобы я там просто сейчас сразу пойдем. По тупости какой-нибудь не слился. Так-то сольюсь, но хоть не по тупости. Так, ну все, вот так вот пойду. Так. Рюкзакчок бы взял тоже. Точно. А, слушай, у меня есть броня вот такая еще, оказывается. И шлем есть вот какой. А, ну это ж, короче, она очень тяжелая. Это самая прочная броня, но и самая тяжелая. Там просто как танк ходишь. А на лаборатории как танк не походишь. Ну все. Так, сейчас.
У меня дикие дроби с чокбором на столе. Куда пойдем? Да, наверное, на таможню, я ее хоть более-менее знаю, или развязку. Давай развязку, там побыстрее все. Искаться, по крайней мере, точно быстрее. 16:23 развязка. Давай, приглашай. Тарков раньше стримился? Вот, с подачами Линикса стримился. Сколько? 17 часов? Уже. Примерно. Ты до времени жаден в этом плане или как? Или 3 часа плюс-минус отыграем и норм? Вопрос к тебе как к человеку, который заказал. В плане каком? Ну, в плане там 20 часов, а не хватает где-то 3 часа с лишним. Я вот не знаю, сколько надо идти считать, сколько именно. Ну, точно знаю, что 3 часа с лишним. В плане в этом, да нет. Отыграем, как устанешь, ли, все. Закончим. У меня у самого просто еще дела через как раз где-то там часа 2.5. Ну, у меня дел только вот если консоль приедет, все. Блин, предзаказ сделал за 2 месяца. За 2 месяца. И они не смогли все устроить так, чтобы привезти в день релиза. При этом имея консоль за день минимум до релиза. Это, блин, максимально тупо, мне кажется. Да, ажиотаж, но там у них ограниченное количество этих консолей. Нету такого прям завала, аврала. Очень странно, что они 18 числа получили, но сообщили мне об этом только 12:30 ночью 19-го, когда я уже не мог на 19-е заказать доставку. Я что-то слышал, у Тёмы с Таней там тоже какая-то проблема с этой PlayStation 5 была. Не знаю. Не слышал ничего такого. Что у них там было? Да я на стрим Тани зашел, а попал на такой момент, когда она кого-то там очень материла, и с контекста я понял, что кто-то у них то ли выкупил PlayStation ихнюю, то ли что-то такое. Чего? Странно. Ну, не совсем понял, но Таня явно была злая. Что он меня материт? Хуйло, говорит, конец тебе. Ты, блядь, и упырь, блядь, гнида, блядь. Ну ничего. Так, это ты за мной. Передо мной. Вот это я, да. Ошибись. Осуждаю этого, короче, чела. Так, а фонарик как включать? Т. Английская Т. А, Т. Так. Мыло хочешь? Давай. Все, не подскользнуться бы. Я не вижу его. Тихо. А, боже, это бот. Я видел, как ты выронил, выкинул его, но я его не вижу. Внизу. Вот оно. А, все, вижу. Мыло. Как ты понял, что это бот? Поведение. Плюс он покуешил, как только я на него навелся. Пойдем наверх, наверное. Вспоминаю, я сейчас молчу, потому что я вспоминаю все управление, вот этот кап, сальт, все подряд. Так, кто-то, по-моему,
врубил эти аккумуляторы. Угу. Где? Я тут, за тобой прям. Это справа стрельба была или мне показалось? Да, это на улице. FCK. Это чё? Не, слева там не труп валяется возле столика. А, это тележка с вещами. Тоже казалось. Ох ты ж, ёбушки. Я минус. Один на один получается. Что-то я не понял, что за выстрелил. Там их двое еще. Я, короче, одного только забрал. Там их еще двое было. Как это боты? А почему они стреляли? Первые? Угу. Странно. Я в них не стрелял. Я вышел, и они начали сразу рубить. Возможно, это на той стороне все-таки кто-то начал стрелять. Потому что тот, который перед нами был, это не человек был. Интересно. А, я двоих убил все-таки. Да, это два бота. Но я в них не стрелял, вышел, и они сразу бух-бух. Не знаю. Я их просто даже не видел. Я их увидел от стрельбы. Так, но более-менее я что-то вспомнил. Погнали тогда туда. Ага, лаборатория. Да, кстати, застрахованная на лаборатории, что теряется, не возвращается. Так что страховаться. А, по херам, я типа не успевал никогда все равно зайти и забрать. Ну чё, он все равно предлагает застраховать, козел. Приглашай. А боты здесь имеются на лобби или только люди? Имеются, причем они появляются обычно от каких-то триггеров, ну типа там кнопку выхода нажали или кнопку лифтов, то есть они спавнятся, и это не просто дикие, они обычно рейдеры называются, в общем они, короче, очень жесткие. Понятно. Чак пишет, кусок ру пишет, который тебя убил, это не бот, там кнопка репорта была, значит челобот. Тебя, возможно, убил, да, а меня бот убил. Ну, я двоих ботов забрал. Это как-то, получается, боты с людьми начали гасить нас просто так? Ну, тут как, скорее всего, на той стороне были челоботы, они нас увидели, начали по тебе гасить. Я увидел, что ты выбегаешь, и за тобой бот. Начал гасить по боту, он в ответ.
Понял. Смоток. Странно тогда, что оставшиеся боты на них тоже не согрелись. Сначала ботов, которые на нас согрелись, в нас начали стрелять. Ну, может быть, если бы чуть-чуть подождали, то согрелись. Просто я начал сразу стрелять по ним. И он, может, перетриггерился на нас. Так, я появился. Так, там, может, там уже шмальба во всё. У нас что, догруз, что ли? Блять, рядом, рядом стреляются. Уходим. Ну, они прям за дверью шмалялись. У меня на вепре нет ничего, напоминаю. Угу. Патроны. Голый у нас спаун, еще и догруз. Что такое догруз? Когда они в начало катки закидывают, то есть все уже как бы играют, уже, блин, половину комнат пролутали, а ты такой залетаешь, не понимая, что происходит. Так, там заряжаешь. Угу. Зарядил патроны в подсумке, если что. Ты там возле стекол так не светился. Так, это мы сейчас красный выходим, да? Зашибись. Там впереди чел или что, я не понимаю. Не знаю. На шонингеры. Не, не хочу привлекать, это не похоже. Точнее, очень похоже, но кажется, что нет. Возможно, это труп багованный. Веди. Опа, это по тебе? По тебе. Я был. По тебе через стекло начали шить. А вот кто? Вопрос хороший. А если грему туда кинуть, типа через стекло она не отлетит, она туда залетит? Я уже закину. Кухни, что ли? Она из-под сумка взялась. Чё? У меня граната из-под сумка взялась. О! Кто-то, какой-то бот на меня заперелся. Слышу. Слева. Туда, за колонну зашел. На проходе так, да, такое все медленно не ходил. Вижу минус, минус еще один. Че, минус? Да. Еще минус у меня. Тебе закидывают? Не, это я закинул. Так, я там же в коридоре, по которому мы шли, за коробками сижу. Вот так надо играть. Ты бежишь? Нет, я сижу. Ко мне подходишь?
Я иду. Откуда мы шли? Вот с той стороны, получается, да. Позиция очень говно. Угу. Мне гранаты нужны. Ну, я закончился. Сможешь меня закрыть меня? Сможешь? Я сейчас ботал утону быстро. Вот прям за ящиками сижу. В прицеле держу вот этот угол, но я хз. Типа, они первее тебя увидят, чем я их, если что. Бежит кто-то. Есть, выходит кто-то. Тихо, так, аккуратно, так под прицел не подпадай. Уходим. Здесь нету прострела. Отходим, отходим, отходим. В туалет заходим. Стреляют. Кто-то по прямой. Такое ощущение, что там кто-то в кухне. Ты закрыл, да? По патронам. Слушаем, они сейчас могут зайти. Тамбуры тут, где стекла. Неплохо начали. Горячо очень. Разгруз тритоновский нужен? Сейчас пока ничего не надо. Пойдем. Сейчас. У меня просто по патронам галек вообще. Высыпал все в этого. Боток. Так. Бля. Бот нам говняных патронов. Печаль. Так, сейчас. Надо чему тогда достать. Ну смотри, мы сейчас находимся возле красной. Красная от нас справа. То есть направо идет сначала спуск на лифты, потом дальше комната красная. Слева от нас будет столовая по левую руку. И сзади нас темки, получается, кушать чувак. Какие у нас варианты? Либо на лифты спускаться, либо пушить. Красную смысла пушить нету. Пушить до конца коридора и вниз. Но там парковка. Рядом. Угу. Ну пойдем. Давай на лифты. Сейчас выходим и направо. Ближайший спуск будет. Гранат нету.
Блять. Я не понял откуда. Он где-то в упоре прям. Так, ну-ка. В затылок, да? Голова в затылок. Это, походу, читание было. Ну, он такой ощущение, как ты прям в упоре стоял в углу, вот справа. Ну, у меня он как будто на спидах летел. Просто у него моделька перемещалась как-то странно. Ну, говорили сейчас, что в лабе читаков очень много. Так а справа же не было ничего, кроме угла. А он убил меня в затылок. Ну, то есть с этого угла. Я в итоге только с Диким разменялся, получается, и все, Дикого убил. Но... Ну, там такой породистый выстрел был из вепря. Ух, мне понравилось. Я два леопарда забрал. Не, Вердан, не-не-не. В затылок это типа верхнюю часть головы, не обязательно что сзади. Ну так звук был такой с упором. Он по дереву, причем бежал. Откуда он по дереву мог добежать? Только с лифтов, по факту. Но откуда он там, блядь, взялся? То есть мы только спускаемся на лифты, и херак у нас сразу уже в спине чувак. В темке не было никого. Оттуда слева... Получается, куда ты вышел, тоже никого не было. В чате сейчас звук спереди был. Я думаю, это было слева. Не знаю, я слышал звук сзади четко. Не, вот ты выходишь туда, получается, ты направо пошел от лифтов, от спуска направо. Я туда смотрел, никого не было. Тебя убивает, я все еще смотрю туда, меня убивают. Что? Откуда вот он взялся? То есть ты вперед смотрел? Ну да, а ты был быстро, получается. Я смотрел в сторону твоей спины. Странно. Так, надо его ник сохранить. Ну, классика лабыч. С другой стороны, сразу экшон. Ну да, не, хорошо получилось. Я и говорю, вроде как одного дикого убил, зато выстрел там... Очень породистый был, очень. Прям через 2-3 условные локации. И, ну, прям в щелочку попал. Четко в голову. Мне понравилось. Так. Па-п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 а
Почему? А у меня ничего нету. Ну, я сейчас что-нибудь соберу по-быстрому. Давай что-нибудь вынесу. Да, не. Сейчас что-нибудь найду. Как говорится, на лаборатории можно и с дробовиком голым выжить, если знать как. Хочу со снапой пострелять. Рукоятки никакой нету случайно, которая типа на цевьё цепляется. Без понятия. Вот посмотри. Сейчас.
А ничего не вижу такого. Ладно. На самом деле не вижу смысла так много брать для снопыт. Два магазина хватит. У меня прицел, конечно, такой себе. Но не... ПСО 320? Суперский прицел, по-моему. Да? Ну, один из лучших. Потому что у него, во-первых, большое окно обзора и нету эффекта луны. Ну, вот когда ты там туда-сюда крутишь, и у тебя вот эти темные пятна появляются на прицеле. Угу. Понял. Возьми, ты можешь что-нибудь, шлем этот не бери, только хуже, слышно, хорошо. Можешь что-нибудь на ближнее взять, на ближнее среднее? Ну, у меня калаш. Ну, отлично. Пойдем. Куда пойдем? Я это только с лабу. Этой снопой. На лаву? Ключей хватает пока что. По крайней мере. Так, сейчас я только найду. А, у меня же гранатный кейс. Блин, а на лабу-то со снопой не очень, наверное, хорошо. Да я же говорю, если уметь пользоваться своим положением, можно и со снайпой, и с дробовиком, и с ТТшником. Но в ботах на фарме оружие и снаряжение нормально, если повезет. Уговорил. Все, я готов. БТ. Сейчас я проверю, что у меня тут заряжено. Тр-па-па-па-пом. Арендермер, давай. Пакетом. Спасибо большое за компанию. Либи Фройнд, как дела? Так, ну я вроде готов. Лаборатория. Ключ не взял. Странно выглядит. Сначала шли все залутанные в красках. И сейчас альбомжито. Ну, игра, опять же, я говорю, вот она позволяет. Вот просто хер класть на лут. Не знаю, мне так кажется, по крайней мере. В том плане, что ты можешь за одну катку где-нибудь там в таможне вынести пиздатый шмот. Можешь потом так же быстро его слить. Ну, типа здесь так все летает туда-сюда, что особо по херам. Это еще даже барахолка не открыта. Относительно хорошо. Коронавирус подцепил, дома сижу уже неделю. Еще столько же дальше сидеть. А у тебя как дела? Жестко. Выздоравливай. Ну, я не подцепил пока что. Надеюсь, не подцеплю. Хорошо. У меня хорошо пока. Хороший хэд был.
Вепре. Понравился. Надо будет записи посмотреть. В чем плюс лаборатории? Тут, в принципе, вообще за свой лут не паришься, потому что если ты умрешь, он в любом случае потеряется. И постоянный какой-то экшон. На заводе же тоже постоянный экшон. Да, но там, во-первых, все ржавое. Во-вторых, боты обычные. В-третьих, да. Туда прям такие залутанные идут люди. Ну, вот в том бронике, который ты показывал обычно. Надевают там алтын, этот броник, и идут с миниганом каким-нибудь наперевес. Начинают по всему просто шмалять. Ну, а лаборатория в этом плане как-то немного побольше. И тут какие-то вот такие... Места столкновений есть в разных точках карты. Угу. Они как на заводе, две точки, там подвал или третий этаж. Ну и плюс еще заводу сколько он, по-моему, еще само-само, это самая первая локация, которую показывали. По-моему, да. Самая первая игровая локация. Угу. Которую показывали тоже первую. Алиса как поживает? Хорошо, у бабушки сейчас. О, никаких догрузов. Отлично. Так, у нас есть два варианта. Наверх на парковку вызвать ботов или куда-нибудь вниз побежать на лифты. Блин, подожди, мне нужно чувствительность при прицеливании повысить. Давай наверх. Не знаю, по-моему, на диагонали от нас кто-то сидит. Вот там, вдалеке. Вызвал. Вижу. У меня снизу. Ты на лестнице спустился? Да, я вниз спустился. Слева зайти не смогут? Не знаю. Оказалось. Слева к тебе смогут зайти. По-моему, у тебя сверху кто-то. Мне то, что кажется. Я ушел к креспу нашему. Сижу в глубине парковки. Я вверх только смотрю, нет никого. Спущусь немножко вниз. Что-то боты не заспаунились оттуда, с выхода. Не на лестнице. Вижу, выйти. к тебе сверху бежит. Уходи.
А, это другой, наверное, расстрелял. Этот чел наверх убежал. Да, их шоу, слушай. Ну, в этот раз со снопы я ничего не сделал вообще. Чуть не подавился от звука разбитого стекла. Чего? Громко, типа. Ты там как? Я? Да. Я первый отлетел. Я понимаю. Это молчание просто такое. А, да я скринил ник на всякий случай. Угу. Подозрительно просто как-то выглядит. Чел убежал на лестницу. Я сразу встал лестницу смотреть, и меня застрелили сбоку, походу, товарищу. А вот мне интересно, бежал, короче, чел, ну, такой прям залутанный, с альфой, ну, то есть с большим рюкзаком таким желтеньким. Угу. А спустился какой-то вообще другой чувак. Ну, я говорю, товарищу, походу, они вот вдвоем. Потому что один убежал, говорю, наверх, а другой меня убил. Ну, я что-то в ту сторону в его бросил гранату, и вообще ноль. Я без прицела выстрелил, не попал. Потому что в упоре стоял. Так, хорошо. Следующее оружие. Как слить все пушки в лабе. Ну да. Примерно так оно и бывает. БЛ, чё? БЛ-31? БЛ-23. А БЛ-31 тоже, по идее, подойдет сюда. Да, подойдет. Нифига себе. Кто-то нормальный разгруз продавал у скупщика. Даже не разбитый почти. Блин, у меня таких нету. А где взять эти патроны? Какие? 5.45-39 SH-39 игольник. О-о-о. Найти на лаборатории. Или на военной базе. Хорошо, кстати, а можешь... для вот этого магаза какие патроны еще зайдут? Сейчас я на стрим зайду. БЛ-23, БЛ-30, что-то там. 31. Ну, это, наверное... Эти калашевские магазы. 5.45-39, ну да, да, конечно. Да. БС, БТ, БП калашевские. Это вот у кого? 45. Купить. Тоже ни у кого. Ты же не тоже прокачи. Ни у кого, понятно. А у меня есть, да. Интересно. У тебя есть БПшки 11 штук. И все. Не, есть еще ПРС какие-то. Ну, ПРС это полное вообще. А УСА это? Тоже говно? Да. Что тут продается? ПРС, ПРС. Да, конечно, печально, что... Барахолка не открыта. Пойдем просто на военную сходим, попробую за патронами сходить. Снимешь. Давай еще одну на лабу и потом на военку. Ну, типа у нас три ключа как раз уйдет.
У тебя помимо калаша ничего нету, что ли? Не, есть. Я просто думал, что на военку пойдем. Ну вот, я думаю, мы долго не проживем на лабе. Да я вот и думаю, имеет смысл заменять. Ну, ты можешь взять ИСА-58. А тут что? Там вот как раз таки эти FMG, которые у тебя были. Насколько я помню. А, ну даже М80 у тебя заряжены. Подожди, а вот возле ЛПС патронов у тебя что? А, нет, уже не возле ЛПС. Ну, возле ЛПС М80 были. А вот после 55 FMG, что у тебя за патроны идет? М61. А, ну вот. Тоже подходит. Типа, можешь его в фал зарядить. Ну погнали, этого хватит. Так, а я сам-то собрался. Особо-то и не доживаю до второй обоймы все равно. Ну да. В детстве времяпрепровождение с бабушкой самое приятное воспоминание. Ну, то она тоже очень сильно любит это дело. Ездит. С удовольствием. Лаборатория. Далее. Там у скупщика, я смотрю, бронеразгрузы даже не выбитые продаются 4-5 класса защиты. Можно у него брать. Блин, как они починили эту фигню. Быстро теперь. Да, да, кайфово вообще. Наконец. Уже года полтора так, наверное, не было. Next Gen просто это подпирает. Спасибо! Андрей, спасибо большое. Всем привет, Дим, удачного стрима, когда ассасин. Вчера ассасин, Андрей. Сегодня не знаю, будет ли. Может быть, когда консоль приедет, поставлю. Хотя хз, я не знаю, я ничего не буду обещать, окей? Без понятия. Я бы до сих пор с удовольствием проводил время бабушки, если бы не жизненные реалии и все подруги, с которыми я там гулял, либо замуж вышли, либо родили. То есть как-то ты раздельно это все сделала. Либо замуж вышли, либо родили. Не очень правильно как-то получилось у них. Суровые российские реалии прям. Ну, всегда. Мои друзья все тоже либо замуж вышли, либо родили. Капздец. Возможно, просто кто-то еще не родил, а типа просто замуж вышли. Кто-то сорвал джекпот? А у кого-то только так. Первая плюшечка. Вчера попал только на конец стрим по ассасину, пока с работы добрался. Да такой себе стрим был, мне кажется, вчера. Я спать очень сильно хотел, много чего не получалось. Опять бомбил с того, что играл, ага. Потом исправил вроде.
Сейчас опять новый стрим. Я каждый стрим бомблю, потом исправляю, и потом на новый стрим она опять лагает. Как сука. Меня беспокоит, кстати, знаете, что хотел киберпанк все-таки на плойке бахать, но меня беспокоит теперь то, что киберпанк на плойке пятый будет по обратной совместимости доступен только. Почему? Потому что, не знаю почему, но патч выйдет в 2021 году в начале, как они говорят, но они много чего говорят, который подключит все эти новые технологии к версии для PlayStation 5. И, то есть, и тогда она появится именно у них. Что-то а до странное. Тех пор это будет именно по обратной совместимости с PlayStation 4 версией. Они же вроде говорили, что у них проблемы не с карент-геном, а с паст-геном. ХЗ, в итоге вот версия для PlayStation 4 будет именно на PS5. Ну, тогда еще больше смысла не имеет брать PlayStation 5. Ну, она появится в этом, как он, в начале 21-го. Я хз, то, что я вижу по PS5, мне больше нравится, чем то, что я вижу по Xbox, именно как геймер. А если бы я не играл во все подряд, то я бы, наверное... Ну, больше бы именно от плойки кайфовал, чем от Xbox. Вот, но... Но Xbox выгоднее. С учетом вот именно, да, вот. Если не разбираться в играх, а просто, ну, хочу в это поиграть, хочу там просто поиграть. Тогда Xbox получше будет. Я даже не знаю. Тут такая проблема в том, что эксклюзивы плойки выходят очень редко. Меня забрали с респа нашего. Заебись тебе. Эксклюзивы, да, раз, два. Да. Ну и последние эксклюзивы, это вообще какие-то. Пацаны, щемись, граната! Не стоит того, что ты не можешь. Так это еще и бот. Блять. Я гранаты убили. Сука, а теперь чувствительность говёная в прицеле, очень быстрая. А на снопе надо уменьшать. Это прям вот меня очень сильно под всрало все. На снопе мне нужно, чтобы 0.42 было, а без снопы 0.11. Тупо. CG, что прикольно сейчас сделали, прям для разной кратности у тебя разные настройки по чувствительности. Это очень даже интересная такая фича. Не просто в прицеле, без прицела. Настройка-то одна, типа, только в прицеле. Нет, в плане для каждого прицела, для каждой кратности у тебя отдельный ползунок. Где, я не понимаю. Я вижу только чувствительность мыши. В CG. А, не в тапке. Понял. Вот здесь бы так же, потому что здесь я настроил под снопу, выхожу сейчас с фалом, вхожу в прицел, и у меня ходит как шлюха просто по всем углам. А на снопе, на той, наоборот, очень медленно все было. Так, пойдем за дикого. Пошли за диких на военку тогда. Военка. Резерв. 10 утра. Угу. Кажется, я за Владимира Путина играю. Кстати, о киберпанке. Ты как-то смотришь всякие Night Side VR от рейдов? Нет, меня приглашали на типа рестрим вот этого всего дела. Не хочу. Не знаю, не хочу спойлерить себе. Я не люблю наедаться игрой до ее релиза.
Я на будущее для себя, а то будут говорить, это же было в трейлерах. Вот я не хочу вот этого всего, типа, узнать из трейлеров все об игре, а потом идти и такой, а, ну да, вот про это мне рассказывали, вот про это мне тоже рассказывали, а, ну да, вот здесь вот только столько-то банд, вот столько-то особенностей, вот такие-то есть. Блин, в пизду. Лучше зайти в игру, как бы, ну, наслаждаться ей. Кстати, а за кого ты будешь начинать? Не знаю, я же не узнавал еще, что там есть, а что нет. А, даже так не слышал. Ну, ладно. Я единственное, что точно знаю, что я хочу ее несколько раз пройти. Это стопудово. Мне бы с моим временем хоть бы раз ее пройти. Ну да, она не маленькая. Но я точно отложу многое, чисто чтобы в нее погонять. Ну, последняя такая крупная игра была RDR 2. И вот я даже не жалею, что я на нее столько времени спустил. Еще добью, наверное, когда-нибудь до 100% ее. Отличная игра, по-моему. Ну, кстати, по RDR-ке. Главное, чтобы она по обратной совместимости работала хорошо. Потому что сейвы вроде как переносятся с четверки на PS5. Но у многих игр... У PlayStation 5 многие игры по обратной совместимости работают как говно. Либо с бешеным input лагом каким-то, либо графика какая-то доисторическая, либо еще что-то, либо баги вылазят. Короче, обратная совместимость PS5 это то еще. Та еще карусель. В Xbox все получше в этом плане. Мне больше интересно, вот. С их фишками, которые они там рекламировали, типа этот объемный звук. Ну это-то ладно, это еще там с этот Steam Audio, все такое, это еще можно разобраться, но как работает их геймпад, как под него свою игру четко настраивать, это ну прям отдельного человека надо нанимать разработчиком, который всего, будет да. Заниматься этим. Но сейчас многие говорят о том, что типа, ой, я чувствую, как там Астробой ходит по стеклу. Я чувствую, как он на грязь перешел. Я вот до сих пор не могу понять, как это. Держишь геймпад в руках и чувствуешь, что он там на лед перешел, на грязь перешел. Главное, чтобы без запахов. Там говорят, микрофон, чат хороший на геймпаде, все, надо будет это с ОБСом завязывать, чисто с плойки стримить и все. Сегодня узнаешь, не факт, видишь, уже 4 часа, плойки нет. Самый прикол, что к нам сейчас пришли и сказали, что домофон не работает нихуя. И мне кажется, что курьер может приехать, позвонить. Хоть он и должен позвонить мне на телефон, но он может не позвонить на телефон, а позвонить домофон, понять, что он не работает, и уехать. Я их тогда очень сильно буду материть по телефону. Очень сильно. Сразу же позвоню вам в видео, спрошу, есть ли у них. Если у них есть, то пошлю нахуй зону. Потому что он должен позвонить мне, типа, за 10 минут до того, как приедет. Просто уже такая история была. Опять же, с Озоном, кстати. Они приехали. Там чел вообще, по-моему, позвонил не туда. Это ты? Я QEш. А ты где там? Над бункерами. Там чел забежал в бункер. Подожди, я, по-моему, рядом с тобой должен быть. Еще одного вижу, в прицеле стоит. Я в мешок прям смотрю сейчас. Ты напротив этого пуш-депо? А, вот ты. Угу. Где они там? Ну, он один там, вот один вот перебегает. А, ну это боты. Ну это да. А там чел в прицеле был. За складом последним, короче, разбитый склад вот справа. Там чел в прицеле стоял. За. Вон там перебегает кто-то, подожди. На дороге. Вижу. Вот это чел.
понял. Он остановился, посмотрел на нас и дальше побежим. Вот он в прицеле. Да, в прицеле, блядь. Больно. Ты автоматически врубил режим хоть? Не знаю. Меня убил. Там, где я зашел, он прям на меня идет. Щука. Блять. Вот почему тоже? У него Сайга или 153, а у меня 133, который, блин, надо дергать каждый раз. Я на него выхожу, всаживаю в него патрон. Он не умирает, я начинаю перезаряжаться, и он в этот момент еще 4 шота в меня успевает сделать. Сейги. Рандом, он такой. Да. Говенный курьер тогда, если не позвонит. Ну вот, посмотрим. Посмотрим. А, ну я еще и на пулевых был тут вообще. Забей просто. Если не в голову, то можно даже не продолжать. Так, пошли людьми теперь туда. Сейчас у меня только... Я вот думаю, что брать для разработки PlayStation или Xbox все-таки. Потестировать-то все равно на чем-то придется. Не знаю, тут я не подсказчик. Но мне нравится политика Xbox все-таки. По факту это то же самое, что и Xbox. Какой он там? One X. Ну, архитектура другая, конечно, но все равно. Структурно каких-то новых фишек там нету. Ну, кстати говоря, разрабы говорят о том, что наоборот, к Xbox новому нужно привыкать по новой, потому что он новый. Архитектура другая, да, внутренняя, но в принципе, если... Сейчас начинаешь разрабатывать, каких-то проблем нету, потому что, ну, все равно тебе его изучать надо. Плюс всегда есть связь с разработчиком, ну, с этим, с Microsoft'ами. Угу. Так, мне бы патроны взять. Я готов. Сейчас я заряжусь. Резерв 11. Блин, все в снегу уже есть. У нас уже, наверное, месяца 3 все в снегу. Нормально. Это ты где? Норильск? За полярным кругом. Хорошо, он там. В Питере тоже снег уже выпал. А, нет. В чате писали сегодня, что типа когда московский снег до Питера дойдет. Мне скидывали родители фотку, что выпал уже. Интересно. Может, где выпал, где нет. Подожди, на сколько ты сказал резерв? 11 утра. А что я не... Не-не-не, я потому что я не... Не дотыкал. Не-не-не, я не дошел до лобби. Сидел у этого на страховке.
Windows предлагает обновить его, страшно. Не-не-не, шли он нахер. Вообще, на самом деле, я как бы все равно обновляю, но каждый раз жалею об этом. Но все равно обновляю. Занимаюсь каким-то безумием с Windows. Вспоминается анекдот про кактус. Какой? Кушал и плакал, но продолжал кушать кактус. Угу. Шли не уже знаю, неделю. Мне... Да, шли, продолжай. Терпи, фрикаделька, терпи. Чего не знаешь? У нас, у меня... Это Windows, в принципе, сам. Хотя у меня там стоит и Visual Studio, ну, тут C-Sharp язык разработки, и SQL у меня развернут сервер, и виртуалка, и все, в принципе, нормально работает, каких-то проблем я, ну, особо не появляется после обновлений. Хотя, конечно, замечаю, что иногда производительность почему-то падает в играх. Да, я тоже это замечаю. А иногда, наоборот, растет. Когда, типа, выходит там Watch Dogs какой-нибудь, Legion, и с RTX, с ультрами, все идеально, все заебись, заходит на стриме, все шикарно выходит, Assassin, и жрет при этом 7-8 гигов видеопамяти. Выходит Assassin и пишет мне, что жрет 4 гига, там, тире 5 гигов видюхи, но лагает в усрань, без RTX, без ничего. А все из-за нового обновления винды. Нужно теперь по-другому запускать OBS. Охуенно. Причем почему-то кардинально по-другому. То есть раньше нужно было выключать режим игры в винде, чтобы OBS получал свою долю видеопамяти и нормально работал. А сейчас нужно наоборот его включать и после этого только запускать OBS. А иначе OBS даже в стаке, точнее в этом как в сонном состоянии, будет отжирать 50, 60, 70% видеопамяти. Просто даже не стримя, не записывая. Да, узнал об этом вчера, блядь. Отличное новое обновление. Не, ну причины были для этого, конечно, но, блядь. И вот и так каждый раз, каждая обнова винды. Ну, видимо, сидишь Windows и любит шаманишь. Стримеров меньше. Да, да, он очень играть. Сильно нас обожает нас просто. Мне кажется, они хотят просто, чтобы мы купили Xbox и все, ебали мозг. С этим ПК-геймингом. Не, если они сделают в Xbox удобную стриминговую платформу, то почему нет? Мощности его должны тянуть. Вообще везде, и на плойке, и в Xbox, все заебись, можно стримить, кайфово, все ровно, но оверлеев не хватает очень сильно. Своих собственных оверлеев, оповещений, вот то, чем выигрывает OBS. Никогда, конечно, не интересовался этим, хотя знакомый стример есть, которому мы вчера чинили интернет, писали дизайн-документ, и в один момент он просто отваливается, а он еще с Беларуси. Mm-hmm. Сначала подумали, что все им всем закрыли интернет, но потом трейс сделали до Гугла, а у него просто до роутера даже не коннектит, пришлось сбрасывать его. Но в течение полчаса успели восстановить и продолжить. А что так он, наверное, по Таркову стример старый. Mm-hmm. Холодильник. Даже с именным предметом в игре. Тоже холодильником. Прикольно. Так, а режим стрельбы как переключать? Б. Все.
Блин, а где выход в этой казарме? На противоположной стороне. Все вижу. А это не та же катка? Нет. Мы же за ЧВК, мы в новую заходим. Это только боты могут зайти в ту же катку, в которой был бы ЧВК. Так, ты сам где? Вижу. Вперед ушел. Но не намного. Так, ну, мы к чужому респу идем вообще. Хорошо. Хочется пострелять. А не получать пиздёв сразу. Башки, здорово. Где патроны здесь можно взять эти? Для калаша? Погнали в коня. Или в подвалы. Одну из двух. Так, не та сторона. Тебе? Нет, это не по мне. Но я перепоратился. Так, 300 бакс есть, значит все хорошо. Как-то можно еще прицел менять, да? Альт, правая кнопка мыши. Но если у тебя там голограф, то вряд ли там, по-моему, одна метка. Фуб-марка. Я уже вниз спустился. Вниз? Да, вниз. Ну, а там двери справа. Ну, все вижу. Направо? Я, конечно, эту локацию плохо помню, что там где лежит. Но мы сейчас должны выйти вроде к складам. Но тут, по-моему, рейдеры бывают. А рейдеры это кто? Боже! Отходи, отходи. Набит. Отлично. А вот кто такие рейдеры. Это, по-моему, обычный дикий. Да, это обычный. Сайга 9 у него. Гранату ты кидал? Да, я кинул. Фига, дикий. Дикий, что ли? А фиг знает, сколько там еще диких. Проще гранату закинуть, потом спрашивать. Так, еще ж как-то можно проверить это, сколько патронов, да? Альт-Т.
А что, тут без ключей нельзя, что ли, никуда залезть? Странно. Кобалов, привет. В шляпе ты? Да. С него взял? Да. Смотри, она ему удачи не принесла. Что поделать? Может, и мне не принесет. Зато выглядит круто. Ковбой или бэтбой? Даже не знаю. Что делать, если надо 800 условных единиц, а почку не покупают? Вариантов несколько. Заработать, продать что-то, попросить, кредит, долг. В зависимости от степени важности этой необходимости. Ты наверху? Угу, ты. Да-да. Узнал. $800, ну вот если прям критично нужны, то это не такая большая сумма, чтобы не смочь на чем-то именно что-либо продать. По идее, ну, всякого можно напродавать на 800. Пошли. Пошли. Вон справа ящики. Так. Зашибись. Канистру пропустил. Да, по херам. Я, быть может, вообще последний раз играю в Тарков. Канистры. Такое. Так, тут лутали. В сторону общаги смотрю. В сторону коня. Это с башни стреляют. Это ты, да? Нет. Но я слышал дикого. Но они друг с другом гасятся. Там с башни, по-моему, и чел за конем. Блять, застрял, что ли? Ну ёпта. Я тебя потерял. О, это по мне уже. Ёптвою налево. Вижу тебя. Ходи. Я не вижу, откуда стреляют, а вижу. Справа отсюда стреляют. По-моему, вот он умер. Слышу, а откуда он стреляет? Да, он умер. Там еще один слева от меня. Еще один справа должен со стороны башни быть. Ты за мной пробежал? Да, да, это я. Он за забором был, вот там вот возле окна. В левом здании от нас, по-моему, еще один. Тогда и двое. Значит, еще один чел со стороны башни есть. И здесь, да? Давай свалим от этого пятачка, что-то мне не нравится. Стоять. Блять, я разрядил. Фак. Сейчас, секунду. Ты у машины, у забора, да? Да, вижу. Да. Аккуратно там, я говорю, со стороны башни чел стрелял по моему. Угу.
Ну да, вот он. Я лутаю. Зря. Почему? Ну тут. Ты ж смотришь. Рез диких. О, клячу взял. Я в ушанке, если что. На Ctrl левая кнопка мыши быстро перекидывать к себе. Засунь к себе просто его сумку, да там внутри залутаешь. Я во второй комнате слева. Нам заходит. Или рядом с нами. Может быть, еще над нами. Блять, надо было дверь закрыть. Я наверх пойду. Ага. Ничего вообще. Тебе на что? Да я про то, что найти ничего не могу нормально стоящего. Ну, ну я тоже. Кофейный. Так, дверь ты закрыл. Это что? Это по мне. Откуда? Первый этаж. Первый этаж. Прям возле лестницы. Первая дверь. Но он в гараже. Да. Я вышел наружу. Сейчас, секунду, я на улице. Хромаю. А на какой ты улице хромаешь? С другой стороны дома, что ли? Да, походу. Ой, я в гараж зашел. Вот он. Стой, я... Уходи оттуда. Он за тобой прям он бежит? Снайпер с вышки стреляет, а внутри этого здания какой-то чувак еще. И причем у него что-то злое. Я, блин, М-ка сверху упал, мне не очень хорошо. У тебя нога выбита. Угу, две ноги. Анальгин есть? Не. Насквозь пройти сможешь? Слабое кровотечение, я бы вам бинт не взял. А со левой ЦМС это что? Со левой можешь вылечить кровотечение. У меня гранат нету. А ты где? Ты внутри, что ли, еще? Да, я там же. Да ты зря. Так, а ноги, которые выбиты, как я могу подлечить? Никак? Или ЦМС? ЦМС. Короче, налево от входа вдалеке сидит снайпер на вышке, а внутри у нас какой-то... чертило конченый. С пулеметом, походу.
Жизнеутверждающая надпись на стене. Какая? Да вон, прям над этим УАЗиком. Вижу. Напротив нас. Зики. Ай, блин, ногу мне выбил. Ты убил его? Нет, по-моему, впереди. Впереди он в синей вижу, каске. Вижу, вижу, вижу. Он за башню зашел. Свалил. Он прям за эту башню справа, что ли, зашел? Да. Блин. Че, ты вылечился? Да, все готов. Ну тогда, наверное, давай сейчас выходим направо. Я хочу убить этого чела, который в доме. Ты думаешь, если ты его сможешь перестрелять? Ну, если нет, то нет, как бы. Окей. Ну, может, тогда с УАЗика зайдем? Блядь. А, здесь можно зайти. Видишь, я вот не знал, я думал, что здесь вход-то нет. А как сюда забраться? А чё ты ходишь? Ну, я в капсе. Как забраться-то? С этих вот ящиков. Перепрыгнуть. Ча, у тебя есть CMS-ки еще? Да. Можешь кинуть. Не кинул? Не знаю. Вот, я кинул. Не вижу. Я кинул ее. Блин, она что, в вазик в текстуры улетела, что ли? Смотри, вот под колесом, под правым вазика. Не-а, ничего нету. Лол, ну я кинул, она туда упала, наверное, текстура. Там было 3 CMS-ки еще. А, вот она. Нашел? Да, она что-то улетела далеко. Хренась. Гаражи, когда ты говорил, ты имел в виду вот эти вот, с танком и с таблеткой УАЗик? Он там прям был. Вот тут уже нет, да. Причем он так сидел тихо. Ты где там? Да, у меня что-то сломалось. Лечу. Вот сейчас забрался. Это что? Это гермозатвор открыли. Выход. Ну вот там, где бункера. Вот там один из выходов. Пойдем постреляем по ним. Да, у меня что-то патроны не те, чтобы по кому-то жесткому стрелять. Да ладно, просто пострелять, я же не говорю убивать. А, ну, пойдем понапрягаем. Плане... Пошли, наверное, в здание, которое напротив нас. Туда я можно... уже вроде в гараже с грузовиками и с газелькой. Никого вижу.
Где он? Он в гараж зашел в соседний. В темноту куда-то. А, я его убил. Походу. Поверяй. Ой, прости. Это ты? Да, это я по тебе. Живот мне врубил, блин. Ты там так резко оказался, что я испугался. Ох, двое заходят. Не-не-не, я бегаю, я двое за домом вот этим, вот куда мы пришли. Одного, кажется, забрал, не уверен. Я им хорошо так дал очереди с калаша. На них вышел и в одного прям в упор садил. Ну, в голову меня убили. Только двух диких убил я, короче. Сейчас посмотрим. Постреляли. Ну, блин, ну в целом, да. Чё и хотел. Что? Самурай? Нет, я его не забрал. Но он в броне был. Ну да. Я тоже по ним выдал хорошо с очереди, но не убили. Я был уверен, что я попадал. Прям вышло у меня, ствол ему в пузо воткнулся, я ему 3 шота успел сделать и отлетел. Так, сейчас я подойду. Надо отойти на секунду.
А, я тут, да. Извиняюсь, что так долго. Да ладно, я тут работой позанимался пока. Хорошо. Я смотрю, что там у нас. По времени, наверное, на одну катку остается. Да и можно и две. Я не знаю, ну, если ты спешишь, то... Ну, так. Да, у меня просто сейчас уже люди собираться тут будут. Так что... Я думаю, давай, наверное, завершающую не на лабораторию, а на завод. И причем вот в 6Б23 прям по фулу заряженный. Ой, 6Б43. Ну, тот броник, который тяжелый. Прям такими толстячками пойдем. Отлетим сразу. Хорошо настроить, самое главное. Там у скупщика нормальная броня, ну, бронеразгрузы продаются, если что. М1 даже 63% прочности. Да, мне норм с этим. Так, ну-ка. А, ну да, мы же в брониках. Уже на своем. О, СВДС. Ну-ка. А у меня даже таблы закончились, оказывается. Аналит. А гризли это что? Что такое? Аптечка большая. Самая большая, но она не лечит. Что там она не лечит? Ну, выбитые в ноль она не лечит, короче, да? Да, выбитые в ноль она не лечит. Переломы лечит. Кровотечение вроде тоже все виды лечит. Я ее возьму. Все, я готов. А я сейчас еще заряжаюсь. Так, СНБшные патроны. И П-90. Не наденется. Блин. Не забрала нет. Ухо. Забрал там кого-то подавался. А, у меня уровень маленький слишком, чтобы нужное мне забрало было. Ладно, будем надеяться, что в лицо мне не попадут. А ты отхилился и поел, попил там? Нет, сейчас сделаю.
Сколько продавал, оказывается. Ага, их не надо с этим шлемом. Так. Ну да, я готов. Куда мы пойдем? В завод. На завод? Да. 15? Угу. А что, у меня сразу пошла загрузка? Назад нажми. Ты, видимо, что-то не туда нажал. Я после, ну, застраховал, нажал далее, и типа, у меня сразу загрузка пошла. Может, прокликалась два раза нечаянно. А, я просто сразу готов нажал, а не далее. Сейчас, я секунду. Заходи пока в лобби, я сейчас посмотрю, уже. Может, у меня ПСОшники есть хотя бы. Зашибись сейчас. Терин-терин-терин-терин-терин-терин-терин. Такие медведи. Ага. Сейчас бы еще алтын полный. И вообще ничего не страшно. Или рысьте. А меня, по-моему, в нем убивали уже. В алтыне? По-моему, да. Ну это где там такое окошко маленькое? Да. Бронебойные патроны, значит, у кого-то были. Чего фрикаделька пристают? Ася пристает к Фролу? Блин, я чай сделал, забыл взять. Гений. Жизнь бой. На улице прям... прям метель. Хорошая, хорошая, плотная метель. Правда, у нас за город выезжаешь и сразу как начинает мести все в лицо. Ужас. Ты с чем? АКМ, ВПС. А. На. Так, что мы на третий сразу пойдем, наверное, давай. Я без понятия, давай веди. Так. Где эта стрельба такая?
здесь. На этаже. Давай, наверное, отсюда пойдем. Я поднимаюсь. А, там не поднимешься никуда дальше. Ну и поверху посмотрю. Ну, посмотри. Я с другой стороны пошел. Угу. По стеклу. Я ноги не сломаю отсюда, если спрыгну? Нет. Ну, вроде нет. Хотя не уверен, ты, у тебя тяжелый вес. Для тебя не, не сломал. Здесь стреляли на бочках, по идее. Это ты? Да, я шью. Короче, побежали на второй этаж. Захожу. Я на лестнице. Угу. Я сейчас буду за тобой идти. Жду тебя. Смотрю второй. Ты на первом этаже? Не, я между первым и вторым. Вот сейчас на второй. Давай. Бежишь ты? Да. Поднимаемся. Блять! Ну я знал, что ты чел. Я же выстрелил. Я просто подумал, что все-таки не человек. Он мне прям в глаза попал. Тоже у меня. Я видел его руку, выстрелил ему в руку и думаю, бля, реакции ноль. Думаю, может, текстура, окей. Делаю шаг влево и получаю пулю в лоб. Обида. Да, ну я вот говорю, я вроде увидел его, выстрелил даже в него. Просто я не увидел вообще никакой реакции, ни крови, ничего вообще. Я типа думал, ну окей, может, текстурка. Чуйки свои не поверил. Ты убил его? Да, я его забрал. Хорошо. Он есть текстура. Да. Звали его Линстат. Он с тебя с ВПО ТКМ забрал? Ёпарас. Ну, он мне прям в глаз попал. Да. Печально. Прямо в глязи. Надо будет не забыть, блин, это... Попробуй за дикого зайти на завод, может, попадешь. Мне нужно отойти. Минус глаз. Есть такое дело. Я в камуфляжной балаклаве и с шапочкой тоже камуфляжной. Под один стиль. Плойку будешь медленно и нежно распаковывать или ворвешься в нее? Не знаю. Так, ты за дикого не пробуешь зайти? Ну вот, я гружусь. А, понял. Я гружусь. Я же тебе даже описал своего дикого уже. А, нормально. А, я отходил, у меня тут в дверь звонили. Меня выкинуло. Пробую еще раз. Попробую, да, что-то странно. Моего дикого зовут Тима, я ебу. Серьезно? Да. У него фамилия я ебу. Тимоха, я ебу, бля. Распаковка? Чего? Не, распаковки не будет, наверное. А почему у тебя ник Барабек?
Не знаю. В душе я барабек, кто-то еще, конечно. Не, подожди, не я не знаю, я ебу. Вот так надо отвечать. Странно. У тебя же вроде Дикепель пишется. Ну да. А почему и тут ник написан барабек на жетоне? Может, это, типа... Ну, как в колде настройка появилась. Мол, не настоящий свой ник писать. Что интересно. Тима, я ебу, я на завод прибыл. Скажи буквы, которые у тебя снизу написаны. Снизу? 3JPI. Да, не так адка. Не та? А-а. Ну тогда я это... Соло. Ну я угрозанул. Не, ну ты можешь это попробовать ко мне загрузить. О, подожди. Чё? Кого? Под тобой еще один труп, походу. Прячься, давай, пошёл! Пиздюк! Сам пиздюк, охуел? Пиздюк. Вон он, упы! Ну я все, да. Меня обматерили и убили. Тима, я ебу. Денчик свинец убил в грудную клетку. Я забрал... А, я все-таки забрал Федосея второго. Гиви Бугор забрал Федосея Робина. Ну да, убили. Метель усиливается. Хорошо. Ладно, Миленик, спасибо тебе большое. Да, за да, весь спасибо. Всю эту движуху. Я тогда с Тарковым все. Спасибо, что дал мне понять, что эта игра не моя. Но было интересно, все равно опыт был хороший. Ну, игра в любом случае хорошая. Да, да, это бесспорно. И от российских разработчиков. Ну, это бесспорно. Она очень крутая, она очень продуманная, очень глубокая. Есть где залипнуть, есть над чем залипнуть, есть компанейский очень хороший запал именно, чтобы в компании с друзьями играть. Так что игре 5 с плюсом. Именно как идея и реализация. Но просто не для меня пока что. Да. Вот, тем не менее, может быть, когда-нибудь я к ней вернусь, хз. Спасибо тебе. Да, ну, не за что. Успешно работать. Было приятно поиграть с тобой. Выкинешь меня тогда из Дискорда, а то у меня тут замес. Да-да. Давай, пока. Так, я Мельникс просто в игровую закинул, потому что я не уверен, что кнопочка выгнать не выгонит его из этого какого. Из Дискорда самого, из группы. Проблема игры в том, что в нее именно надо залипать. Сложно просто залететь на пару часов. Не, ну не сложно. Просто залететь на пару часов несложно. Вот. Но много ты от этого для себя, конечно, не заберешь. Не получишь, так скажем. YouTube, дальше круче. Пока.